Случайно увидели интимные фото близких в соцсетях, ищите их связи в прошлых отношениях. Таким нетривиальным способом отомстил своей бывшей девушке 19-летний парень из деревни Городок. Юноша выложил в интернет пикантные фото некогда близкой подруги. Девушка не стала стесняться и рассказала обо всем милиции. И теперь молодому человеку придется отвечать перед законом. В его действиях усматривается компьютерный саботаж, а это лишение и ограничение свободы. И, как сообщает милиция Минской области, к ним обратилась 18-летняя жительница Молодечна и рассказала, что она не может войти на свои страницы ВКонтакте и Инстаграм. К тому же там появились ее непристойные фотографии и записи, якобы она оказывает интимные услуги за деньги. Выяснилось, что на странице зашел бывший парень, пароли незадолго до инцидента девушка сообщила ему лично. Но после нескольких лет отношений пара рассталась, и, вероятно, из мести или ревности парень опубликовал все перечисленное на страницах и внес изменения в пароли доступа. Юноша не стал отрицать свою причастность и раскаялся.